бы еще остановиться поподробнее по поводу краткосрочного кредитования, с чем он связан, для чего это делается и, соответственно, какая экономия примерно прогнозная позволит нам сделать в бюджете в городском данную процедуру. Ну, по предварительной договоренности такая возможность казначейством рассматривается. Сумма предоставления, возможности предоставления такого кредита краткосрочного составит около 42 миллионов рублей, будет предоставляться на 90 дней в течение года. Этот кредит предоставляется на временный кассовый разрыв до 25 ноября 2020 года. В течение этого периода нам будет предоставляться такой кредит краткосрочный, которым мы можем пользоваться, который будет направлен на погашение коммерческих кредитов, более дорогостоящих, потому что процент обслуживания казначейского кредита 0,1%, коммерческие кредиты сейчас у нас привлекаются под ставку 7%. Соответственно, экономия средств, которая может сложится где-то около 2,7 миллиона рублей, ну, до 3 миллионов. Это, районный бюджет этим пользуется уже 2 года. Вот за 2019 год экономия конкретно вот прям по перекредитации, там привлекается 87 миллионов рублей также на краткосрочный кассовый разрыв. Экономия составила около 7 миллионов за год.